Всем привет! А мы тут готовим обед. Готовим обед. На обед я решила приготовить котлеты, пожарить, пюрешечку сделать. Сразу побольше наварила картошки. Думаю, если останется, пюре мы едим только тогда, когда оно вот свежесваренное. Потом пюре никто не хочет кушать, потому что она холодная, так твердеет, уже как-то не очень. И поэтому, думаю, если пюре останется, можно сделать из картофельного пюре вареники. Думаю, так. А еще у меня осталось 5 голеней. Я сначала думала пожарить, потом думаю, блин, не хочу. Сейчас будет вонять этим жареным всем. Поэтому решила просто поставить варить. Вот у меня варится. Вот варится тоже можно, например, кто с котлеткой не хочет, можно просто голень съесть. Вот, Настя у меня сегодня оператор, помогает, надо штатив заказать. Уже в парк собрались, я говорю. Можно? Уже. Я говорю, вот покушаете, тогда, а то потом вас не дождешься. С утра шарики, ничего им не хочется. Я поела, я тоже поела. Да, так уже время-то обед, уже есть пора. А я не голодная. Ну. Потому что вот шарики, а сейчас вы будете бегать, целый день могут бегать. И вот теперь уже заставляю. Сначала покушать. Что, не выспала, издеваешься ты? Походу, да. Сначала покушать, а потом гулять. Прибраться, маме помочь. Да? Да. Я не выспалась, потому что мне муха спать не давала. Муха? Да, она мне прилетела, на лицо, блин, села. И в нос залезла почти. Я вот так, такая, а что происходит? Хорошо, что я вот так не сделала. Да. А то бы ее там уже... Она мне чуть в глаз уже не залезла. Я такая... С тобой очень интересный случай. У тебя жизнь очень интересная. А у меня что? То граблями в лоб. То вчера упала, палец ушибла. На детской площадке. А я волейболом занималась. И я все пальцы себе вышибала. И когда я, например, ушиб происходит пальца, сразу больно ты пошевелить не можешь. И когда ты его дернешь, тогда он встает, кость на место. И тогда ослабевает, как бы, ну, уже лучше, уже и шевелить ты можешь. Но единственное, смотря какой ушиб. Если ушиб сильный, то сильно опухает. Если нет, то нет. Я себе все пальцы перевышибала с волейболом. И вот Настя прибежала. Мама, у меня палец. У меня палец болит. Что сделала? Говорю, господи, боже мой, Настя, ну что это такое? Она там прыгнула. Как ты, говорю? Я не прыгала. Говорю, как ты так сделала? Она мне давай объяснять. Я ногами зацепилась. Не зацепилась, а споткнулась. Я начала, думаю, может, сломала, не сломала. Она говорит, я ударила палец, потом через какое-то время, когда ей немножко это, ударила палец. Я говорю, ну давай, буду тебе, мама травматолог. Я говорю, мама, пожалуйста, не надо, а палец пошевелить не могла. Я вот так взяла полотенчика, потому что свой палец-то я схвачу как надо, например, себе и выдерну. А Насте-то нету, Насте надо аккуратно было. И вот я полотенцем уже вот так дернула, и потом Настя уже все, пальцем зашевелила. Валера, о, мама, у нас еще и травматолог говорит. Вот этот палец. Да, и теперь он как бы припухает у Насти. Ну, он и будет, это ушиб. В любом случае ушиб. Мам, а вот когда Настя шла и не вернулась, я там сидела... Не возвращалась. Да, я там сидела и плакала. Плакала? Да. Настя, да, там подружка была с бабушкой. Настя убежала. Ты ничего не сказала, что ли, Лизе? Я сказала, я сейчас приду, но не пришла. Бедный ребенок. Какой? Ты. А что, ты не могла прийти? А мне же нельзя. Ну, ты можешь вот так посмотреть, если машины нет, и прибежишь. Вот у нас это наша очень интересная жизнь выходит. Да? У меня очень интересно. У меня интересно. А ночью мухи в нос залазят. Мам, у нас у кого интереснее жизнь? У меня или у Насти?
У вас обеих интересная жизнь. У меня больше. Нет, ты видела меня? Меня как будто избили, а? Ага. Ты говори-ка. Ходишь каждую пылинку, срываешь с детей, убираешь, а потом хлобысь. Что-нибудь произойдет, что-нибудь сделают. Окно не могу. Помидор достать. Сейчас уже Валера скоро на обед приедет. Нужно сделать салат. Сейчас салатик. Настю попросила с утра сходить купить 3 помидорки. Почем, говоришь, помидоры? 165? Да, 1 килограмм. Но это малиновка, потому что. Ай. Ай-яй-яй. Вот. Я палец случайно напрягла. Не напрягай. Я случайно. Надо его намазать. И ногу. У нее и на ноге надо. На ноге надо спасателем. А ушиб вот этим. Будь здоров, Димексин. Мне... И тебе тоже. Так, расческу сейчас принесешь. Я пока сделаю. Я сделала себе. Я как у тебя сделала. Ну, я собрала. Давай я тебе тоже сделаю хвост-косичку, чтобы жарко не было. Вот сразу надеюсь хвостик. Ну, Настя, говорю, Настя, сбегай быстренько. Давай. Подожди. Давай этот пальчик, да. Вот, а этот уже от ушиба специальный. Надо еще купить. Лето только началось. У нас он уже заканчивается. Ага, закрутишь, ладно? Закручу. А всякие синячки, всякие царапинки мы спасателем, потому что... Всякие синячки. Нет, этот-то нет. Падают, а об землю царапина кожу-то больно срывает. И когда чем-нибудь начинаешь мазать, начинает щипать. А здесь все масла. Одни лишь масла. Тоже заканчиваются, тоже нужно купить. Здесь масло оливковое, календулы, в общем, воск пчелиный, масло облепиховое, нефть какая-то, витамин Е, А. В общем, шубе в бизнес-классе, это русский стиль. Так, еще надо две. А я хочу вот такую вот косичку. Одну, один хвост косичку. Я думала, две тебе сделать. Ладно, сейчас сделаю. Так, Настя. А ты не помнишь, где розовые кусачки? Что-то найти не могу. Нет, тоже не помню. А ты туда не забирали? Куда? На второй этаж. Нет. То я ногти постричь не могу. Вам. Ёжик. А посмотри, пожалуйста, вот в этой черной коробке. Ага. Только я Элизе делаю прическу. Мам, а ты собака? В смысле? Мам, ты собака забияка или человек? А ты как думаешь? Собака-забияка. Я собака-забияка. Я так думаю. И ты, получается, тоже собака-забияка? Ты же мамина дочка. Ты же моя дочка. Когда собака рожает, она кого рожает? Девочку. Собаку же? Да. Ты, значит, собака. Кошка кошку. Нет, не могу слушать. Утка, утку. Да, а если я собака, как ты сказала, то и ты, получается, собака. Нет, собака, да. Меня папа родил. Ага. Он человек. У него нет такой суперспособности. Есть. Дарить новую жизнь. Это только женщины умеют жизнь дарить. Да. Производить. Мам, ну и кто производить ты? Производить нас. Мам, ну и кто ты? Собака-забияка или человек? Я человек. А ты собака-забияка. А зачем ты такие вопросы мне задаешь? Не знаю. А ты кто? Я собака-забияка. Почему? Не знаю. Папа так назвал меня. Когда? Вчера. Собака-забияка? Да, когда ты спала. Настя, это у тебя? Да. Алло? Сейчас я вам положу. Сейчас мама нам положит уже. Я тебе котли. А можно мне только котлетку? Или пусть они идут, вы придете. Настя. Мама, можно я Она с бабушкой идет? Да, она всегда с бабушкой. Бабушка боится ее.
Хоть ей 11 лет. Нет, чуть-чуть я пюре положу. Чуть-чуть, пожалуйста. Целых сотни квадроциклов. Все это предварительные итоги работы фондов ради нашей общей победы. Марина Просова, Алексей Хаминцов, Лариса. Группированные солдаты. Кроме того, группировка обладает высокоточными ракетами большой дальности, способными уничтожать... Наелась? Да, спасибо, было очень вкусно. Здоровье. Лиза все съела, а Настя пюрешку не захотела. Навязанной на протяжении десятилетий гегемонистской политики со стороны империалистической политики со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении России. Чтобы не тратить лишнего, заказывайте товар. Такой вот у нас обед. Отварила просто. Ну, а то жарить сейчас неохота, вонять будет. Да и жарко будет опять. Помидоры очень вкусные, надо еще купить. 165 рублей. Вы нас везите? Да. Настя три взяла, они красные, сладкие. О, вон какие, видно, по ним же сразу. Ну. Сейчас попробуем. А я ж пробовал, когда добавлял. Ну. Пошла собирать огурцы. Взяла целое большое 10-литровое ведро. На улице ветер просто бешеный. Ну, может быть, столько наберу. Кстати, насчет помидор. Они стали лучше. Верхние листочки уже не такие скрученные. Даже вот этот вот выпрямляться начал. И вижу, как начала формироваться помидорка. Вот единственные нижние, вот все равно, вот они скрученные. Но макушки стали более живые. Посмотрим, вот эти все повыпрямлялись. Надеюсь, то, что я сделала хорошо. Ну, как они выглядят, мне хотя бы сейчас больше нравится. Какие-то скрученные, но не настолько, сколько было. Было совсем все просто. Вот такие вот дела. У меня здесь огурцов. Еще пакет с собой взяла. Соседку угостить надо. Они сейчас будут, эти огурцы, каждый день. И вот нужно их, пока они... Ну, как бы не такие совсем и большие, крупные. Нужно собирать, иначе тяжело. Тяжело. Да, мама еще нарастут, ночи теплые. Поэтому сейчас соберу. Посмотрим там как. Какую-то часть в холодильник уберу. Ну, вот совсем маленькие не буду тоже срывать. Чтобы каждый день собирать здесь. Они за ночь просто выросли. Вымахали. Красавчики. Просто красавчики. Посмотрим. 10-литровое ведро, наверное, конечно, я не соберу. Но взяла, так приятней. Приятнее заходить с 10-литровым ведром в теплицу. Так, здесь еще малыши карандаши. Ну, вот так. Вот один день. И еще здесь какие-то можно было сорвать еще, но я хочу маме набрать побольше. Сейчас соседку угощу. Как бы сегодня что у нас, среда, поэтому успеют нарасти. Чтобы мама уже не покупала эти огурчики, а кушала. А соседку, как соседку-то не угостить огурцами первыми? Соседку тоже угощать надо. Она всегда, когда что-нибудь испечет, тоже всегда угощает. Вот, а это и нам пока хватит покушать. И остальные нарастут маме. Плюс ко всему, вот это тоже можно сорвать. Вкусные котлеты, да? Mm-hmm. Котлету перегрели. Вот мне не нравится пюре, потому что он с горохом. А я не люблю пюре. Ты что? С горохом. Каким горохом? Ты чё? Там тут чувствуется горох. Ты что придумываешь? Какой горох? Поэтому ты все съела, да? Не так тебе было вкусно. Пюре с горохом. Я вот терпела. Обычное картофельное пюре. И Лиза как будто бы на кухне, ой, на улице кушает, да? В окошечко поглядывает. Терпела.
Да, да, ешь. Настя ушла в парк, а Элизе ничего не сказала. А она там с подружкой. Подружка здесь к бабушке приезжает. И вот они созваниваются. Элиза, я тоже хочу. Сейчас пойду провожу ее быстренько до парка. А потом вместе придете, да? Сейчас на котлету доест. Жупак скоро приедет. Сегодня Валера позже с работы. Сегодня влог день не записывала. Ну, были там рабочие всякие моменты. Элиза, ну это что, убрать надо все? Ну, потом придешь, потому что я сегодня буду мыть полы на двух этажах. Придешь, все уберешь. Опять мусор. Или хотя бы надо на диван все положить. Иди на диван сложи весь этот. Что-то выброси. Я робота запущу. Робот-пылесос. Что мне надо оставить? Да. Придешь, уберешь. А то сейчас уже это темно будет и не успеешь погулять. А что не нужно, выбрасывай. Ты клей закрывай. Он так засыхает. Он у меня не закрывается. Как это? А где крышка? Он же так вытекает. Вот. Там, наверное, почистить его нужно. Поэтому так. Давай, поднимай и пошли. Я тебя быстренько провожу. А котлету? С собой возьмешь? Ну ладно. Ты рюкзак берешь с водичкой с собой в парк? Только я налью там. Давай. А ты робота все равно запустишь, он это сможет. Нет, это он не сможет смести. Котлета в руках. Сейчас подкрепимся, да? И будешь бегать, да? Потом в это, если дождик вдруг начнется, домой, ладно? Никуда, Элизу, а ты что ей не сказала, то, что ты пойдешь? Я ей сказала, она сказала, нет, нет. Ага. Приехали мы в Чижик, наконец-то. Надо взять чаю, к чаю, круассаны, Элиза все просит. А в Пятерочке они 169. А здесь они 119. Ну. Они уже круассаны. Круассаны, да круассаны. Или давай Барни лучше, чем чокопайки возьмем. Нет, хватит. Я ж там эти печеньки юбилейные взяла. Ну, все надо. Сарики есть. А? Нет, хватит. Сейчас я масло возьму. Такое только 82,5. А такой 19. Ну нет, наверное, вас. Не, может, я думаю, нет. Нету, да, вот такого масла больше. Нет. Элиза, у меня сегодня спрашивают, мама, сколько стоит один апельсин? Кто? А что это она? У нее же там деньги есть в котелке. Вот мам, сколько стоит один апельсин? Возьми. Мандарины нормальные, не? Апельсин дешевле, чем зимой, да? Ну, не говорится. Бананы. Вон тут желтенький, по-моему, есть.
такие вот. А, возьми. Ну ты ешь? Я и редко сейчас. Уже сезон кончился. Ну, я вот такой охоты не хочу. Ну нет, на бок можно взять. Да много не бери. Паш, взять. Домашний. Говяжий. Горшок для цветов. 100 рублей. Стремянка. Стальная. Мини. 1399. 150 килограмм нагрузка. Горшочки. Одеяло. Ой, ну для отдыха китарик. Пойдет партия. Сумочку, деньги, не надо смотреть. Ну, мужские боксеры. У нас маленький, смотри. Ага. У меня есть новые. По-моему, такие же мы и купили, нет? Ну, не помню. Сейчас, ну-ка, смотреть. Снимай. Снимай, будем смотреть. А, есть такая картина по номерам. Валер, чую акулу, возьмем ей. Давай. Акулу. 800 рублей. А такая она смятая, наверное. Давай ее, кто только не трогал. Да, а то она деньги... накопить не может. Тратится. А акулу очень хочется. Антинолёт. Найди большой зуб. Ай, нет, такая ерунда. Смотри, пальчик. Ага. Но сунь, говорю. Ага. Сам суй. Как сейчас хлопнет. Не ломай. Маденчина. Крутых стикеров наклейки. Прикольно нажимать. Наверное, на какой-то она щелкнет. Да не буду я нажимать. А что она еще? Это резиновая. Прикольная игрушка. Вот. И на какой? Видимо, кто нажимает последний. Ава. Типа кто проиграет. Какой зуб? А не больно, кстати. Прикольно. Да не надо. Они выбросят их. Читос, начосы, начосыр, корнерсы с кукурузы, боржоми, минеральный чабирей. Поздно пить боржоми, Валер. А вдруг там волшебная вода? Вдруг волшебная? Железная банка, да. Для подарка и украшения дома. Вот. А это что за штука? Мягкая игрушка, морские обитатели. Что это вообще такое? А, вот они как-то. Здесь нет просто выпады. Да, совсем думала. В пещере они были. Деревянные. И чипсы, видишь, кончились. Все, раскупили? Раз последний забрал. Водонепроницаемые клетики. Гордо. Гордо хороший вообще. Что нужно? Не, у меня есть же много. Вот нам надо посмотреть рулонную штору туда, какой размер. И надо будет купить. Да, кстати, наши чипсы. Ну.
Вау, да, тебе нравится? Ты о таком мечтаешь, о такой акуле? Ой, ну все, слава богу, да? Ой, ой, вот счастье-то какое. А кота Батона Насте можно отдать, да? Да. Нет, мы не теряем. Так, покупки, чек. Настя, вот это, пожалуйста. Пойдем, Лиза. Собирай. В парк пойдете? Купила вот такие тарелочки. Я на фотке. Нет, ты что, дождик начнет с акулой. Такие три блюдца. Нам под кухню, да, у нас мраморная кухня. Потом вот такие две тоже взяла. Такие же, в общем, как комплект. Там были еще маленькие. Нормально. Это в находке. Вот эти 89, это 99 рублей. Потом кошкам взяли. Взяли нектарины. Он упал, ветер же был. Я не верю. Нектарины. Что? Про кур. Ты же мечтала, даже денег хотела накопить, да? Да. Ага. Носки. 799. 800 рублей. Валера купил за 19 рублей. Да. На, вот вам, бобс. Леденцы. Косить за 19 есть? Рублей. По-моему, нет, все. Рязаночку взяли, молока еще взяли. И шампунь закончился, Эльсеф. Потом кофе. Девчонки, круассаны. Да, мюсли. Чижики. Это мы взяли творожный сыр. Валере понравился. 99 рублей. Папе, смотри, какие. Папы? Да, папа всегда прав. Один папа знает больше, чем 100 учителей. Папа не ругает, он учит жизни. Папа вам не мама, с папой можно все. Деньги у папы есть, но он не банкомат. Папа может все, просто не пробовал. Для папы семья прежде всего прикольная, да? А мне кружку купили. Там не было для дочек. Вот Барни еще. Барни, и взяли вот такой вот гель для душа, и хотим, он очень хорошо пенится в чижике, 99 рублей. У нас как раз жидкое мыло закончилось, и я хочу его туда налить. Одна капля прекрасный, и пенится, и запах хороший. Бананы взяли 134 рубля, 140 рублей в местном магазине. Помидоры, а Настя почему думала 165, да? Ряженки. 1 килограмм. Одно. 140 рублей 1 килограмм. Нет, да, ну, может, дешевле стало. Чем яблоки, апельсинчики. Валера взял вот такую колбасу. Говяжий фарш. Взяла вот такие тропические ботаник. Коктейль фруктовый тропический в сиропе. Насте тогда персики не понравились. Может, здесь что-нибудь ей понравится. И масло. Так, а это я сейчас достанем и берем. Такая вот закупочка. Всего по чуть-чуть. Я молоко уберу сразу. Да, сейчас туда это все убрать. Интерьер, да? Да, еще взяли арбуз. Такие классные арбузы. Мне кажется, Валер, они и большие, хорошие. Они-то берут, режут любой же. Мне нравятся они такие твердые, да? Угу. Плотненькие такие. Вообще классные арбузы сюда я сюда поставила. А ты нектаринку попробуй. Сейчас на магазине... А, там твердые нектарины, а вот эти взяли мягкие, да? Да. И ароматные, по-моему, только. Ну да, он вообще пахнет. Ну прям, ну вот как, сезон. Ну, с таким ароматом, мне кажется, сладкий все-таки. Прикольно. Сладкий? Я попробую.
вкусом, больше на персик похоже. Вкусный, да? Да, вообще вкусное. Такие можно брать. 200 рублей. 200 рублей стоит. Да. Вкусные. Потому что потом берешь, и они уже... даже по косточке больше на персик. Они здесь как... больше, не, они же смесь едят. Здесь больше нектарин, есть больше персик. Да. Разные почему-то. Это вот, вот такие вкусные. Очень. Мягкие. Каждую берешь, она каждая мягкая. Сочная. Да. А, кстати, дынь нету еще, да? Дынь еще, наверное, вообще. Да. Все убирать, прибирать. Ну, очень красиво. Тарелочки мне нравятся. Такие классные. Очень-очень классные. Там еще были маленькие. Так. 7 дюймов. В Китае. Я только... Валер, импортер баранов Валерий Викторович. Валера нам продал. А из чего? Может, на другой написано, вам посмотрим. Керамика? По-моему, керамика, да. Потому что сейчас тарелки тоже делают из дешевых материалов, стекла дешевого. Вкусно, вот, а ты не надо, не надо. Вообще, да ё-моё, вообще не вижу. Не, просто обидного абрикос, помнишь, брали? Ну, абрикосы вот реально было. Стоит обидно. Ценник такой, а невкусно. А это стоит. Ну, там этим... и аромат был еле-еле, а этот ты берешь прям вот это аромат. Вкусно. И арбузы классные. Ой, как хорошо, если в этом году будут вот такие все арбузы. Помнишь, один год, какой бы ни купил, он весь красный. Он весь такой плотненький, сочный. Вот мне нравится плотный, чтобы он был. Вообще. А томаты тоже классные. Сладкие-сладкие. Вот здесь сейчас да, в магазине. Они, видимо, на базе где-то покупают, да? Наверное. Гуревка, ну, муревка всякие. Да. Да. У них и дешевле намного. Я тоже сколько заметил. И дешевле, слива 85, да. Свежие. Черешни дешевле здесь, 300. 380. Ну. А я вчера 450 был. В этих, в Краснодаре дороже, чем, да. Что в Краснодаре цена, что у нас здесь цена. Так мы и Краснодар где? Да. Там-то должно быть наоборот все дешево. Да. На туристах деньги делают. Так красиво распустились лилии. Так смотрится классно. Такие высоченные. Я их тут немножко подвязала. Вот так вот, с этой стороны. Красиво. Они не загнулись из-за ёшты. Они начали в эту сторону расти. И петуни, кстати, вот эти очень пахнут вкусно. Да, еще профнастил тут на мою эту. Ага, залетел. Там сыра, наверное, дождик был. Ветер прохладный. Капал дождик. Вон как. Петуньки мои распустились. И что ты? Куда пошла? Опять пошла лазить, где попала? В туалет. А? Фрося? Что ты сюда пришла? Огурчики полила. Огурцы, огурчики. Вот сюда подходишь, и прям аромат петуньи. Такой вкусный. А те до этого, которые я сажала, у них запаха не было. Ветерок дует, и прям вкусно-вкусно пахнет. Чё ты с этой акулой? Гуляешь. Петра, знакомься, это подписчики и мама. Мама, знакомься, это Педро. Подписчики, знакомься, это Педро. Педро? Педро, 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 Педро. Лови меня, хейзен, фигди, и сокаты. Здесь я сажала цветы китайская смесь. Китайскую? Да, и посмотрите, какие цветочки. Сейчас фокусирую. Вот такие вот. Маленькие, красивенькие. А, японская смесь. Японская смесь, вот она, в виде. Ой, как классно. Собрать бы семена.
Надо будет их это дать. И вот они вот такой стволик пускают. 4 штуки таких, да, вроде бы. И вот так вот будут все цвести. Так прикольно. О, красота. Это маленький, черненький. Когда все распустятся, очень красиво. И вот здесь вот тоже вот такая вот какая-то тоже. А, это все одно и то же. Тоже вот какие-то разные, разные цветочки. Японская смесь называется. Посмотрим, что это за красота. А вот этот табак, к сожалению, не пахнет. Я не чувствую запах. Не знаю, посмотрим, когда будет побольше. Посмотрим. Пока только лишь один. Петунии тоже очень шикарные, очень красивые. Я уж не поливаю. О, какая красота. Одни посветлее, другие чуть-чуть потемнее. Очень красиво. Ну и вот, собственно говоря, белый бархатец. Но мне кажется, он тоже все-таки крупный, тоже будет красиво. Он такой, он не белый, чуть-чуть желтый. Ну вот, в принципе, как на камеру. Камера передает свет. Вот такой, в принципе, он и есть. Но он повыше, чем желтый. Нужно вот эти оборвать, а то я все никак сюда добраться не могу. Уже столько пересохло. У нас днем тоже дождик был. Так вот, себя хоть петуни стали лучше чувствовать. Удачно в этом году купили петуни. Вот и махровая тоже она, смотрю, обильно цветет, красиво и довольно высокая. Потому что я в прошлом году, по-моему, тоже покупала, а она как бы такая раскидистая была. Красивая, очень красивая была. Были крупные цветки, но она вот так наверх не росла, как растет вот это. Очень классная петунья, такое растение. Такого ухода не требует большого. Мне тоже нравится. Яркие цветочки. Цветет и цветет и цветет.